Всем привет, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас будет на канале новая стратегия по 11 гейм. Давайте начнем. Но у нас на балансе 550 рублей. Посмотрим, сможем ли мы поднять до 1000 рублей. Стратегия заключается в том, что на локет карт. Но вы сейчас все поймете сами. Нажимаем локет карт. 10 рублей на черву. Зашла. На крысе. Зашла. Все, начинаем теперь заново. Черва. Нам, короче, надо так, чтобы 4 раза она нас затопила. Но у нас почему-то нас не топит. Все, первый раз пошла. Начинаем заново. Раз. Два. Отлично, наконец-таки. Три. Четыре. Все, отлично. Было, видели, в конце была черная, и ставим 40 рублей на черную, и зашла. И мы выиграли 80 рублей, то есть чистыми ушли в плюс на 40 рублей. Так, давайте начнем заново. Черная, то есть раз. Два. Три. И сейчас, если затопит, смотрим, какая была цветомасть. Четыре. Черная. Ставим. Зашла. Элементарно. Че, давайте дофармим до 1000 рублей. Раз. Два. Три. И обращаем внимание, какого сейчас будет цвета. Четыре. Черного. С легкостью. Да, вы подумаете, что я слил 40 рублей на этой штуке. Типа, когда пытался угадать карту. Но я уже поднял 80 рублей потом. Начинаем еще раз. Черная. Все, затопило. Вторая. Третья. Была черная. Дальше сейчас риснем, поставим 80 рублей. 728 рублей. Это элементарно. Пошлите заново. Раз. Два. Три. Была красная. Ставим 40 рублей на красную. Я что, ставил по 80 рублей? Ой, ребята, я такой дурак. Я по 80 рублей ставил. Придется сейчас отыгрывать. Я такой дурак. Зашла. А, нет, смотрите, 700 рублей у меня опять. А, это, наверное, все, извиняюсь, ребята. Я просто подумал, что я ставил первоначальный банк, когда 4 карты угадал. По 40 рублей подумал, что ставил. Опять зашла. Опять зашла. Все, раз. Два. Отлично, отлично. Давайте еще два раза. Еще разок, ребята. Все, придется опять теперь заново. Раз. Два. Три. Еще раз, давай. Все. Была черная. Давайте 40 рублей на черную. Черную. Элементарно. Че, до 1000 дофармим? Давайте, погнали. Раз. Два. Три. Последний раз. Четыре. Была крестья. Давайте 80 рублей на черную. Зашла. Пошлите еще. Раз.
Давайте, ребят, набирается... О, зашла. Набирается 10 лайков, выпускаю новую стратегию. Она будет такая же читерная, как и эта. Два. По-моему, вторая была. Зашла заново. Раз. Два. Три. Четыре. Черная. Как видите, она меня ни раз не затопила за это все время. Так, раз. Два. Три. Четыре. Была черная. 80 рублей. Черная, отлично. Все, у нас 900 рублей на балансе. Осталась соточка. Раз. Два. Три. Четыре. Была черная. Ставим, давайте, 100 рублей. По-моему, была черная, я не помню, честно. Ну, затопился. Моя беда. Раз. Два. Зашла. Начинаем заново теперь. Раз. Два. Опять зашла. Раз. Два. Опять зашла. Давайте, ребят, когда я поднимусь до 950, я вернусь к вам. Итак, ребят, у нас уже 928. Это только что зашла. Вот давайте, раз. Два. Три. Опять зашла. Начинаем заново теперь. Раз. Два. Зашла. Ой-ой-ой, простите, не туда нажал. Раз. Опять зашла. Давайте возьмем, так перейдем, чтобы она меня вдруг не сбилась. Раз. Два. Три. И последняя. Зашла. Самое ужасное, когда заходит последняя. Все, последняя осталась. Была крестья. Ставим на черную. Раз. Как же это долго. Но зато, знаете, я посидел сколько? 10 минут. И за 10 минут поднял 500 рублей. Это уже была третья. Дала. Так, первая. Ребят, я извиняюсь за посторонние звуки. Опять зашла. Так. Это уже вторая. Третья. И последняя. Все. Была черная. 80 рублей. Да ёб... Давайте я подниму сейчас и вернусь. Давайте я продолжаю. Мне уже 930. 950. Раз. Два.
3. Все. Все, ребят. Можешь считать, я поднял 500 рублей. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Пишите в комментарии. Будет 10 лайков, новое будет разоблачение. Все. Всем спасибо. Всем пока.